нашем шиносервисе на открытом рынке по адресу Курака 49/2 мы предоставляем услуги поправки дисков кованых, литых, железных, мотоциклов, квадроциклов. Добро пожаловать к нам! Команда «Динамо Барнаул» имеет хороший атакующий потенциал. Кроме того, мы провели в этом сезоне 3 матча, и во всех 3 матчах была победа либо за нашей командой, либо за командой «Динамо». Недавно эти 2 команды встречались. Достаточно интересный матч получился. Последний, и перед этим товарищеская игра результативная, с обилием количества голевых моментов. Я думаю, что эта встреча будет такой же. Тем более меня порадовало то, что вот эта неделя у нас была на подготовку к этой игре. Достаточно хорошее настроение у футболистов. Они с азартом и с интересом тренировались, готовятся к игре. И думаю, что игра получится интересной. Сегодня Валентин Югунов уже принимал участие в тренировочном процессе, тренировался. Он в основной группе. Все ли в порядке с нашим нападающим и готов ли он выйти на поле в матче «Динамо»? Да, Валентин оправился от травмы, слава богу, и тренируется. Эту неделю тренировался со всеми вместе в общей группе. То есть его кондиции, может быть, сейчас не в оптимальном состоянии находятся, в связи с тем, что он пропустил достаточное количество времени. Но, тем не менее, игрок заезжает с нами на базу и готовится к игре наравне со всеми. Как вы считаете, можно ли назвать барнаульское «Динамо» для «Металлурга» более принципиальным соперником, чем остальные команды, с учетом того, что в составе кузнечан очень большая группа футболистов, являющихся либо воспитанниками «Барнаула», либо просто поигравшими за «Динамо» в свое время? Я думаю, конечно, здесь есть момент того, что наши парни, многие, ну, так скажем, связывают с «Барнаулом», многое связывает. Я думаю, что у них есть самолюбие, есть, значит, хорошие честолюбивые планы на эту игру. Поэтому, естественно, на мой взгляд, будут такие интересные моменты в этой игре. Саш, как настроение в команде? Как оцениваете, в принципе, старт в сезоне? У «Металлурга» нет ни одного поражения. Всем ли довольны? Ты конечно. Ну, настроение прекрасное, атмосфера такая спокойная и веселая, легкая. Очень важно, я считаю. Старт, я считаю, тоже, конечно, хотели бы лучше. Вот обидно ничья, к сожалению, в Новосибирске. Но это футбол. Сделали вывод, идем дальше. На ваш взгляд, завтрашний матч будет чем-то отличаться от той игры, которую «Металлург» и «Динамо» провели на Кубок России? Я считаю, не бывает одинаковых матчей. Естественно, и как наш тренер, так и их, они сделали выводы по тем играм. Может быть, у «Динамо» будет какая-то другая тактика, может быть, у нас. Матчи совершенно разные будут. В составе «Металлурга» много ребят, которые в свое время поиграли за «Динамо». Вы в их числе между собой как-то обсуждали внутри коллектива предстоящий матч? Может быть, говорили о том, что это будет принципиальная игра? Конечно, обсуждали. Ну, то есть матч будет принципиальным? Ну, и слукавлюсь, скажу, что нет. Естественно, это всегда так. Как бы есть какая-то подоплека.